Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим с вами на достаточно актуальную тему, почему может сохнуть чеснок в процессе хранения и как его лучше хранить. Конечно, чеснок очень популярен благодаря своим лечебным свойствам, и много его выращивается, и во многих регионах он теперь выращивается. И, конечно же, хочется сохранить вот этот озимый чеснок, который дает красивые крупные луковицы, зубки, как можно дольше. Но, к сожалению, в процессе хранения он может портиться, высыхать. Есть разные причины вот этого высыхания, и мы обязательно сейчас их все обсудим. Ну, первое, почему могут высыхать зубки чеснока, потому что, к сожалению, был подобран несоответствующий сорт. Вообще надо сказать, что чем более крупно зубковый сорт, тем хуже хранятся эти зубки. Крупные зубки зачастую начинают высыхать еще до Нового года, терять свои качества. Это связано вот с такими особыми сортовыми особенностями. Они накапливают в себе достаточно мало сахаров. Это больше южные такие сорта, более прихотливые, предназначены для выращивания в мягкие периоды, в мягкие зимы, для более поздней посадки и так далее. В более северных регионах, когда мы начинаем ухищряться и выращивать крупнозубковые сорта, то, конечно, мы можем сталкиваться с тем, что хранятся они довольно плохо. Кроме того, на сохранность этих зубков влияет и толщина вот этой кожуры. Есть сорта прям с тоненькой такой вот этой чешуйкой, которая здесь на поверхности вот этих луковиц. И она, конечно же, способствует тому, что луковица быстро высыхает. Когда у нас речь идет о неподходящем сорте, о быстром высыхании просто потому, что сорт, то, вскрывая луковицу, мы видим просто высохшую нормальную желтый зубочек чеснока, но он как будто завялен. Но никаких признаков заболевания, никаких припятин, никаких там повреждений мы не видим. Это просто означает, что этот сорт не предназначен для длительного хранения. И вы можете его хранить и в 3-литровой банке, и в холодильнике, где он скорее прорастет, чем высохнет, а потом начнет сморщиваться и сохнуть. Можете еще какие-то ухищрения делать, но он все равно рано или поздно высохнет и потеряет достаточно быстро свои товарные качества. Есть другие сорта, которые как раз с более мелкой луковичкой и которые предназначены для более длительного хранения. Вот такие сорта с более мелкими луковицами, с плотной кожурой, которые накапливают много сахаров и, как правило, являются весьма острыми, их даже разрезаешь, вот теперь, даже там в ноябре, в декабре, и они соком сочатся, они сочные. Специальные сорта для длительного хранения. Вот. Они в то же время могут тоже высыхать, может высыхать вся луковица, а могут высыхать отдельные зубочки по причине наличия там заболеваний. Когда вы вскрываете такую луковицу, то вы, конечно же, можете обнаружить там своеобразные пятна. Вот такие вот пятна, вот такие вот пятна на луковице, они свидетельствуют о том, что луковица в процессе выращивания была повреждена фузариозом. Вот это вот заболевание, типичный фузариум уксиспорум, для лука и чеснока он очень-очень характерен. Фузариоз лука и чеснока – один из наиболее агрессивных фитопатогенов, с которым обязательно надо бороться. Регулярные проливы, обработки посадок и чеснока, и лука – препаратами бактоген, бактофит, гомаир, аллерин и многими другими на основе сенной палочки вполне помогают справиться с этой проблемой. Другое заболевание, которое вы часто можете встретить на луковицах чеснока, которое приводит к его высыханию, это всевозможные аспергиллезы. В этом случае луковица покрывается черным налетом. То же самое характерно и для луковиц лука. Черный налет и полное высыхание. Вот смотрите, я буквально вот нащупал такую луковичку. Вот она одна, вот все хорошие, а одна плохая. Вот она прям черная, вот прям черная-черная здесь, вот прям совершенно черная. И здесь уже идет вот такой вот налет этого аспергилла, концентрические такие круги. Луковица заболела аспергиллезом. И это, конечно же, очень плохо. Эта проблема, с одной стороны, родится в процессе выращивания, а с другой стороны, она родится в процессе хранения. Аспергиллезом и лук, и чеснок могут заражаться в процессе выращивания, когда луковицы где-то какие-то, может быть, насекомые вредители нанесли какие-то поражения, может быть, там
какое-то механическое повреждение луковицы было в процессе прополки. Но в любом случае для аспергиллеза необходимо, чтобы туда проникла инфекция через какую-то ранку. Он сам эти ранки, как бы сказать, не наносит. И, конечно же, очень важно перед закладкой на хранение и лука, и чеснока в обязательном порядке их сортировать, как следует просушивать и сразу убирать подобного рода повреждения. Ну вот я, например, хранил вот этот чеснок, и нету никакого видимого повреждения здесь не было. Но вот здесь вот видно, да, повреждение. Вот здесь вот чешуйка была содрана. Вот она была содрана, и здесь пошла инфекция. Вот здесь было повреждение. Конечно, такую луковицу надо использовать в самую первую очередь, пока она еще не заболела. Но здесь есть просто большая мораль. Вы свои луковицы должны периодически, хотя бы раз в месяц, вот так вот прощупывать, да, на предмет сохранности. Ну, конечно, у кого-то их там 100 штук, у кого-то их 1000 штук. Все не перещупаешь. Но все-таки переборка овощных растений в процессе хранения, в том числе чеснока и лука, является очень-очень важным таким обстоятельством. Вот видите, я нащупал, раз уже надо удалять вот эту вот луковицу. А вот эту я откладываю для того, чтобы эти зубки съесть в первую очередь. То, что инфекция могла попасть и в них. Но надо сказать, что инфекция это абсолютно безопасно для человека. Я ее раскрываю, и она высохла именно из-за вот этой вот самой инфекции. Ну, не только аспергиллезы опасны, и пенициллин может здесь нарастать. Но он тоже сродни аспергиллезу. Точно так же происходит заражение. Таким образом, высыхание луковиц может происходить по трем причинам. Третий еще не сказал, молодцы те, кто смотрит дальше. Это высыхание из-за неподходящего сорта, подберите другие сорта для более длительного хранения. Это инфекция грибковая, преимущественно грибковая инфекция, поэтому надо проводить мероприятия по защите растений в процессе выращивания чеснока и лука тоже, а также следить за аккуратностью проведения механических работ каких-то, чтобы не наносить механические повреждения при уходе за растениями и при уборки, а также обязательно бороться с вредителями. Ну, вот там парейная муха, луковая муха, безусловно. Ну и третья причина, это, конечно же, трипсы, вредители, которые разводятся в процессе хранения. Это малюсенькие, такие длинненькие. Вот посмотрите, такие вот насекомые вредители, которые очень любят высасывать сок из лука и чеснока. Луковицы лука делаются такие морщинистые немножко, чеснок тоже высыхает. И это, пожалуй, одна из таких ведущих причин, по которой портятся луковицы и лука, и чеснока в процессе хранения. Они наносят повреждения, на этих повреждениях как раз заводится и пенициллезная гниль, и аспергиллезы, и это, кстати, одна из проблем тоже, повреждения луковиц тех же тюльпанов в процессе хранения. Что же делать, как избавиться? Ну, во-первых, надо проводить опять же те же самые мероприятия по борьбе с вредителями в процессе выращивания. Проливы лука, чеснока перед уборкой примерно за неделю, можно за две, мыльно-скипидарным раствором, можно до литра скипидара на ведро воды вмешивать в мыльную эмульсию 100 грамм хозяйственного мыла и проливать, легонечко-легонечко по поверхности проливать, ничего страшного, самим растением уже там за неделю, за две до уборки не будет абсолютно. Это будет очень хорошее мероприятие для профилактики. Но в то же время вы можете тоже взять пакет, залить, положить туда капельку, ватку какую-то со скипидаром, капельки скипидара туда нанести, вот так вот закрыть, сутки подержать, чтобы произошла фумигация, на самом деле достаточно даже 2-3 часа, но сутки можно подержать, потом раскрыть, и пускай у вас на складе, там где хранятся эти луковицы, пахнет скипидаром очень хорошо. То же самое можно сделать при помощи камфорного спирта. Намочите салфетку камфорным спиртом и заложите вот в такой вот пакет полный-полный чеснока и лука. Ну, примерно одна стандартная бумажная салфетка, пропитанная скипидаром или камфорным спиртом 10% на, ну, примерно 5-6 литров чеснока, да, и вот закрыть и сутки подержать, и пусть оно потом пахнет. Это прекрасный способ для предотвращение вот этого высыхания, вызванного действием трипсов. Что ж, немножко долго получилось, ничего страшного, зато я надеюсь, что информация получена всеобъемлющая, потому что одного решения, как правило, не бывает. Надо узнать все варианты и посмотреть, что же происходит у вас. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!